Если что, тактиков поставьте в каф для начала, засмотрите тех, кто нужен. Бета-тестер вместо эмо-боя тогда. Кто, кому там еще нужен апокалипсис, да? Апокалипсис вместо джипси пойдет. Изморские ханты, надо еще что-то кому? Мы идем на эту... не на кровавую, а на совет идем. Ну, на кровь. На кровь. Угу. Все, пойдем тоже такой пачкой. Мы сегодня, может, и синдром будем бить еще. А что, фул не синдром? Ну, будем по времени смотреть. Я бы вообще сегодня хотел бы хотя бы синдром закрыть. Быстрее пойдем. По минусам, что там? Гильдию чекай. Нет, не было минусов. Ваня, минус себе давай. Кто там еще сдыхал? Минус 300. Марсес точно сдыхал. Минус 300. Могу макрос вам дать, если надо. Линканите смерти с профа. Поставьте пока в начале шкаф, засмоним всех быстро и пойдем дальше. Там пыщ-пыщ в моде. Саня, у тебя рейдфреймы стоят? Да. Хочешь, мак раздам на минуса? Ну дай потом. У меня просто что, блин, с этими макросами. А, макрос, окей. Да? Да, да, обязательно. Вообще идеально. Хики, Марсес и я, видимо. Хики не отнимай его, Кику. Да нет, Кику ну, можно макросяк. Ну, макросяк. Все, досмоните апокалипсис, чтобы тестировать Ирарию. И будем начинать. Макса внутренний огонь заклинит по черепу. А Сацуна диван отдал, поэтому он умер. Еще до всего не отними, он не отдал по Сацуна диван. Слышал радостные крики, что колба упала? Да. Ну-ка, киньте там макрос. Заберите, 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 заберите. Ну красавцы, кто забрал? Кому макрос кинул? Четыре кнопки. Саска забрал, да? Да, сейчас будет топ ДПСером. Дайте оковы. Сейчас Лёня Троянский вообще ДПС не будет, даже все, не увидим их. Он уже смотрит. А в Дискорде как у тебя не 4 кнопки? 5К4. Он уже ебашит, смотри там. Я вот серьезно. Троян его обогнал. Но он сверху забрал. Троян просто, наверное, нажал бурю, блять, и все. Ну ладно, обнуляем рекаунт, снова состязание. Машу убили. Все не спеши, так, вы тресните машу. На Лунателе увидим, что там у ребят будет. Это же самое, сразу Серега кинь под нее лужу сразу, чтобы забрать тактика. Галактика. Ну давай, Маш. Даже в Дискорде ковырялся, так и не нашел, ладно, было. Ниже, чуть ниже тебя в списке. Короче, во фунте кинь просто. Выбираешь в таргет. Нажимаю. Маш, там еще один стоит. Подойди к краю. Вон, череп поставлю. И готовься тоже, Серега, лужу поднять. И потом по одной пачке. Лёня, какого хрена ты АФК? Что не работает. Ну там скобочки, возможно, надо поставить. Я переделал, потому что там лут был. Давайте дальше. Надо, чтобы кто-то из вас с этого босса зарелил, я наушники заряжу. Давайте, Ваня, Серега. Что-то ничего не понял.
Я говорю, наушники пойду заряжу, потому что щели. Я не понял, тут макро. Ну, разберете сами. Я, короче, наушники отключаю пока. Вы там по RLTZ. Не, макрос мне нужен явно. Сначала реснем, потом дальше. Немного. Сейчас добью. Рез эти три тела, пивать ман. Баф, каска, кулак, чистый баф. Через звезду игра. Дальше тактика. В кучу встаем, в одну, не растягиваемся, чтобы не прыгнул. Якова. Только вот танчит. Алло. Почти ее накинь. Или с этим посидеть лучше. Пейте, есть. На сферах, короче, сколько там хантов? Два. Два ханта. И два ШП. Два нас, да? Два ханта, два шипа на сферу. На, смотри, слышишь, четыре кнопки? Короче, указываешь, типа, что, к примеру, вот видишь, как в макросе я тебе скинул. Там где типа Slack, после пробела, короче, там где 300, убери пробел между минусом и цифрой. Окей.
И теперь попробуй нажми на кого-то и... Ну, типа, выбери в таргет. Рыба есть? Есть его. Робот? Кайф. То же самое там на возврат, просто плюсик вместо минуса ставишь. Ну, короче, ты понял. Херица пошла жара. Буревестник троянский вот тут. На чё тебе фласку? АП, не знаю у кого. На АП дайте буревестнику. Обмен, дай буревестник. Да, давайте на лане уже. Пошли танки гулять. Время идет. Будем так дрочить. Давайте на полу дестройера. Погнали. Вихрь скоро там рынжу набирать, чтоб не сдохли. Моя чаша полна. Прольется кровь. На пула давайте пока. Бля, чьи-то кровавые черви сферу жрут. Кровавые черви, стопай дамаг. Кого там, блядь? Иди кури нахуй у выхода. Апокал, наверное. Бесполезный талант берут нахуй. Полезный. Просто не бей. Я хуй знаю. Это где клип делить надо? Это... На опере. Ну, это... А, что жуков в тычки забирают. Да, да. Приспешно. РДДДК, конечно. Выбрал судьбу свою. Чисто койл ЛП, койл ЛП. Милики, стопнет, пока смысла бить их нет. Дайте агро хотя бы набить. Дайте маст диспел. Разбежались. Еще масса спал. Расчехляю макрос, получается. Получается, говорят, быдло на Сацуна был. Да, миллион сцене разбежалось в прошлой. О. Получается, самый невезучий. Нет, надо говорить.
Если бы даже вдвоем были бы друг в друге. А если это на похуй добивать? Ты такое не произноси, вдруг в друге. Это шо это за извращения такие? Гомогейство. Ну шо, рольте там кто-то? Я крестик нажимаю. Ну типа, кто-то... Я не знаю, Саня лидер вообще. Он ответственного поставил. Он поставил сейчас? Да. Так он без наушников, но он-то играет. Все, резнули люди, поехали дальше, чё стоим? Отказывайтесь от всего просто. Чё, Троян, лежишь? Давай, беги, блядь. Лежит такой. Что ты меня сосу надежим на блядь? Выйду. Тактика, убейте. Бля, хуёво. Я на ту же кнопку стоял изгнание зла, на которую маг развил, типа. Как ты изгоняешь зло? Получается, что так. Вот как обычно, мне нужна валька. Перчатки, перчатки на танк, давайте, ЕПшечки. Где сколько уходить через 10 минут? На мейн никому не надо. Перчатки там. Надо. Давайте на оп. Лёха, тебе не надо 200 перчатки? Надо. Раз, два, три, кидали. Бопан, уже отказываемся. Говёные какие-то. Чё, Серёга, 250? Да. Там также на лут можно делать, если чё. Вот и... Думаю. Это отдельно надо минус сколько-то. Немного неудобно, правда, потому что всё равно это там... Тоже 250. Это тестер, в этих, расчехляй. Можно стандартный 250 сделать, к примеру. 250 раз, два, дай мне. И это, слышишь, 4 кнопки, в чем прикол? Там бывает с этим макросом приколы, типа, если кто-то выше тебя по званию, бывает и пенис снимается. Так неинтересно. Определенно кидай вам куда-то. Апокалипсис, по ноже верни. Порву за по ноже. Не, они у меня... А, не, стопы, это мне выпало бы еще. Все, поставил квадратик. Это тестерки. Обмен. За по ноже и двор. Ресайтесь, стойте, не пулять. Снимаю ГП в упор, да? Руки. Ноги. Голова. 250 старт. Ну? Что, никому перчатки не нужны? 250. Дух, раз. Раз. Поехали дальше. Два, три. На ОФ 125. Саня, надо? Войд, какое? Чё? Ты же на мейнте. Или ОФ? Ты хочешь на ДЦ? ОФ, конечно. Я же ШПшник мейнте. Кидай, кидай. Я этот пока что ревогнусь, то пиздец мутает. А меня на лане на замену можно засунуть каким-то образом? Тормозит жестко. У них не хотелось бы, Петя, не хотелось бы, потому что это уходит до Ксиона. Мне надо к вам прибутать. Понятно, блять, он обновился, сука. Ну ладно, сейчас придумаем что-нибудь. Тут тоже тактика вытащить. Такого. Что ж, закончилось? Он уже вроде этот подзарядил немного. Может. Ты можешь еще подзарядить этот парень. Давай, блин, пока. Ты что ты тому Серёга отдаёшь, блин, а? Делись. Ну пока у фласки. 5 мили фласок осталось, если надо кому-то давать дестройеру. Отдай ещё, там ещё что, Ваня.
были. Я полечу, может, за бабки куплю кто-то ящик. Сразу со свином. Подмен даю. Сейчас. Пошаманим, потому что пиздец лагает. Троян, надо тебе? Согласен. Что можно? Били. Или... Вынес урок с того, что ты сделал, или нет? Второй раз уже такая хуйня. Не знаю, началось. Ты о чем? Уже какой паникный голос. Ты о чем? Я про то, что... Ты забрал шмотку, которая тебе нахрен не нужна. Пытался забрать. Такого не делай больше. Значит, ты ставил сами шлёпу ещё по рукам, просто коня. Я по жопе шлёпал бы. Много так фантазировать. Тут... Так, Петя, ты хочешь прийти, да? Ну я куплю бутну, но он меня тормозит, да. На рыбу поставил, стоит. Ладно, уходи. А он заходит обновляться просто, вот в чем проблема. Лёня, тебе надо уходить. Сейчас попробую быстро это сделать. Хорошо, Лёня, тебе надо уходить, да, нет, быстрее, или остаешься? 1-2-3 могу, хорошо, оставайся пока. Так, Дексиона, тебе надо уходить? Ну, отойти ненадолго. О, всё, на похлова на меня меняй, пошёл. Давай, Серёга, спасибо тебе. Да, вам спасибо. Так. Окей, Лексиона, тогда отходи. Эмобой, ты здесь? Или Джанг? Эмобой, Джанг. Капец, я из игры не могу выйти даже. Саня, ЕПш за все начислялось? Да, да, за всё, да. Всё. Ты вышел, Петь. Ладно, всё, отлично. Так. Джанг, Эмобой, кто-то из вас здесь? Джипси, тебе вроде, ты же говорил, босс нужен. Все, Джанг, туда в рейд, ладно. Вместо Пети тогда пока на замену. Джипси, заходи. Написал, заходит. Из Морски надо что-то с ваной? Ну, тогда сиди пока. Так, напоминаю по хилам, Ваня в центре, Марухич с этой стороны, Буревестник здесь стоит, Маша слева на той части и Саня справа, точнее, Маша, Саня слева. Так, Маша, мы же во фрейме, Саня. А, точно, все, все во фрейм босса забыл. Сорян. Ну, окей, тогда... Да, укус первый заберу, наверное, я, потом отдам Будрейвену, или он в демоне. Ты в демоне Будрейвен иду? Без. Мне надо с локами, потом тоже будет поговорить. Нет, это что? Это в демоне или в Дестоке? Дестоке, ладно. Короче, ребята, которые... Локи, мне нужно, чтобы кто-то из вас еще сделал демона, и вы будете с Будрейвеном по очереди демоном. Чтобы было по-честному. Но это потом поговорим. Ой, я ревогнулся, прям хорошо стало. Нормально. Санька, можно я пару на боссе? Можно. Чтобы с укусами не обосрались. Мари-ари. Короче, будем в одной куче стоять, как обычно. Тогда Будрейвена не буду кусать, я кушу шнурки. Все, давайте. Паша, тебе там руки нужны были тоже с боссом, да? Нет? Нет. Думал, что тебе руки нужны были с прошлого босса. Нет.
Сань, раскидай пленоры и бета-тестеры в разные пати, чтобы они это идентифицировали. Mm-hmm. Сейчас. Я еще сейчас пристов раскидаю. Разные пати. Короче, я всем буду анонсить, кто кого кусает. Если вы проебываетесь, это ваша проблема. Что все будут стоять в куче. Если видите, что идет перифаза, вы должны человека укусить, и вы бежите за ним. Да ладно, пока ему бой будете на замене. Все, готовность на пул. Я заберу туда первый укус. И отдам его, наверное, шнуркам. Бета-тестер. Паш, Саня. Все. Стой. Юй, можно я потанчу? Юй, можно я потанчу? Дайте на попу. Давай, не надо. Нормально у меня сокрушительный сыр. Аня, закинь ПС-ку. Она пол вообще выйдет, да? Аня, выбеги с ним. Крест квадрат не успел поставить. Справа будет крест, там примерно, где я был в том месте. И слева квадрат. Как мы всегда били. Это на укусы. Одну кучу, пожалуйста. Нормальную кучу, а не сброд. Нама побежал. Галя, я тебе отдаю укус. Укусите Джанка и Ренессанса. Ренессанс в кресту, это там справа будет, возле лужи. Джанк в квадрате, там Галя тоже туда. Полинор побежал. Хуёво разлил, правда. Очень хуёво. Ближе к фенке всегда стремись ничами. Саня, не забудь, Мавар, закинешь зубы в последнего человека перед взлёткой. Двигайтесь. Смотрите, правая сторона частично заблокирована, там лужу плохо разделили. Слева пропал. Приготовились, Сосуна снова побежал. Я забаблил, короче. Юра, беги туда, близок к кресту. Блять, ты не в ту сторону побежал, ебать. Купил, джипси укусил. Ты забыл, где крест стоял или что? Дай Маше БР по нему. Только не вставай сразу, я скажу, куда встать. Побежал. Марсес. Блять, быстрее, правее немножко. Там лужа разлилась, смотрите, обратно. Юра, вставай. Ближе в босс станции. Ребафните Юру. Ближе в босса. Там скоро уже... тени приготовьте. Укушу Троянского. Короче, шнурки Ренессанса, определенно Апокалипсиса, Джанг Кадаму, Джипси Рарию. Рарию не кусай, блядь, пожалуйста. Нормально. Сейчас я укушу. Дальше. Шнурки Майлика, Ренессанс Бладрейвена, определенно Марсеза, Апокалипсис Троянского, Найоми, Женек, Кадама, Бета-тестер,
Джипси Void Spirit и Джанг, кого останется, там Буревестник вроде. Здесь все услышат. И вы гимн нажмите, все свободные. Дайте герл. Не стан. Не вынесли. И Джипси не отдал укус. Фрейма Фрейда. Диван, диван, дай. У нас массарез есть. У меня нету рега. И некому отдавать. Дай Юре минус. Джипси дай минус сразу. Юрия? Не вижу Юры. Юра и Ренессанс. Причем тут толпа. Дай массарез, Джипси. Джипси. Братан, фрейм рейда вытащи. Так, кстати, у меня опять крашивается игра. Я сейчас перезапущу комп. Пока вы там добежите, я перезайду. Посмотри, смесь. Иди перезаходи в этот изморский в рейд тогда. Ему бой вместо Джипси. Летает Джипси. Все видно там. Когда я стоит, тогда он какой. Ставьте шкаф. Так, на первую взлетку отдаст сейф тогда. Отдаст сейф. Пахлаван, Юи, нет, 4 кнопки, Юи и Наоми гимн, и Мавар гимн, извиняюсь. На вторую взлетку отдаст точно Пахлаван, Войд, Мавар, 2 гимна взлетят. Кто там еще? Ну, Наоми и Войд. Буревестик Ренессанс. Кто Буревестик Ренессанс? Кому еще минусует? Марсет. Хотя, подожди, стой. Нет, не может сэр. Джипси не укусил. Джипси, да. И на взлетке два человека там подохло, и кто там следил. Кто. Ну, ханты, они не хилятся, им сейвы какие-то надо давать. Может, я не хилюсь. Ретрики могут каплю им дать. Два ретрика, два ханта. Юра, заходишь? У тебя вроде голос есть. Ком прибутает, говорю. Захожу. Джип. Это когда? Пахлавана на пол дайте, пожалуйста. Джипси был в рейде. Он в шестой пати. Все, давайте, короче, готовность. Нурки, бета-тестер, Ваня. Меня поменяли? Да, пока поменяли. Все же вроде ничего не надо. Все, поехали. Припоты на первой секунде, не из пульти раньше. Ну, молодцы. Попалось, я не могу убить ее. Бля, заведите ее нормально дальше. На платформу. Так, отстояли. Галя. Йо, значит, всегда стоит. Первая, закинь мне этот плеспса. Я не могу бить, пиздец. Галя, выбеги.
Так ты не стой под боссом, ты стань на ранжене большом и стреляй, когда пак подвигаешься, или из-за этого быть можешь. У меня вообще, ты нажимай разумный выстрел, он не просто нельзя применить к этой цели. Ну и похуй, стой, чей. Окей. Хуя себе баг какой-то. Ну ладно, стой пока рядненький. Будет лужа, забеги иди в лужу тогда вообще, чтобы тебя не пилили. Давай, я прыгаю в лужу. Что, они не пилите Ренессанс? Нет. Галя, вкус отдай кому-нибудь. Хорошо. Я дальше укушу Джанка. Крест, если что, справа. Полинор побежал. Троянский, подбежишь, я тебя укушу. Не, я Джанку укушу. Джанку справа дам укус. Галя отдашь Троянскому. Факт. Галя, пошли налево. Да, вы налево идете. Джанк выбежал. Джанк! Блядь, минус Анёша, мы тоже. Смотрите аккуратно, там лужу мега кончено разлить. Джанку сразу зубы закидывать. Да, ты где? Джанк, чё ты там стоишь, ну? Ага. Уже аккуратно. Я завис. А, тут есть. Лаги. Да, лагает. Дальше я укушу Сацуне. Кстати, проверенных людей, кто точно укусит. Сацуне, Вой, точно, Женек. Под вопросом апокалипсис из Морский. Я сейчас виз, пиздец. Галя, квадратик, сбегись. Кто там? Шнурки. Мавар завис. Да тут все почти зависли. Я завис там. Падать. Виснет, пизда. У меня после серв завис. А, нихуя, лайк. Иди, Лёня. Петя, ты тут? Я сейчас перезайду. Я не знаю, про какой крест он спрашивает. Что за крест? Сука, вы вообще слышали, что я сказал? Крест, где раньше справа стоял, вот всегда. Вы за игрой вообще следите или нет, блин? Постоянно следите, чтобы... Ну вот именно. Справа, просто справа стоял сбоку. Ладно. Петя здесь или нет? Кадама тут? Бодя. Давай, я тут что хотел. Ча. Ну заходи ты. Давай, Жень. Вместо Лёни. Плюс один шаман еще. Слышишь, Джипси, открой стрим мой. Открой стрим. А, блядь, сейчас я включу стрим тебе. Я тебе покажу. Все, у кого нету фреймов рейда, кто не может выбрать человека, открывайте стрим. Показываю. Нажимаете английскую букву О. Общение. Нажимаете вкладку рейд. Рейд.
Вот здесь такая хуйня появилась. Здесь наши группы, блядь, замена, вся хуйня. Левой кнопкой мыши нажимаете на группу 1 и держите. Потом мышку тащите по коврику или что у вас там есть, вот так вот, в любую сторону. Так вы делаете со второй, с третьей, с четвертой и с пятой группой. Сделали? Потом ставите, как вам удобно, вот эту всю хуйню. В любое место экрана, где удобно, там вниз, вверх, вправо, влево. И здесь можно нажимать на людей. Левой кнопкой мыши. Вот так, чик, выбрал. Чик, выбрал. Вот. И когда вы стоите... За это до всего нам пришел. Извини, перебил. Выбираете? Давай его возьму, он дамажит. Выбираете и кусаете. Блять, Саша. Оу. Так уж не делай, блядь. Ну он его не было. Он пришел. Он пришел. Он просто дамажит больше, в любом случае. Я шел хилить, а не дамажить. Иди похиль, в чем проблема, могу выйти. Все, вышел уже. Я нужен, нет? Сейчас смотрим, кто меньше дамажит. Марсес почти не дамажит. У него, видимо, лагает люто. Ну, дай куда заходить. Попробуйте без меня, а потом решите, да? Да, да. Если мы не убьем, то лазер. Так, теперь. Нужен человек, который может сделать мне стердоль на СПД. Без этого сейчас никак. Там сейчас? Все равно. Реги есть? Да. Давай похвалам это сделаем. Все, мне наемник сделают уже кинул обмен. Все равно пока бегут. Че, тройной или уже? Два раза тройной. У меня, блядь, комп пришел обновиться и пиздец. Благодарю. Вот и все, сделано. Максусом, Войдосом, Дексионусом. Макс здесь, так, Дексиона. Тыкните. И Войда. Не пыляйте раньше времени, пожалуйста. Еще раз посейвам Коля, Ваня, Саня, три сейва, потом Пахлаван, два гимна. Ставлю еще одну рыбу. Еще одну поставлю. Слава, это у тебя ж Вуду, да? Да, это Вуду. А как сделать, чтобы ники были, ну, согласно классу, цветом? Потом покажу. Да, все, хорошо. После босса. Полинор, 4 кнопки, Дексиона. Раньше не запулите босса, чтобы припоты все красиво нажали. Это упростит убийство. Да, ну, я не понимаю. Что непонятно, на первой секунде припот у нас свой пул. Под жопу босса стали все. Босс таки заебали, вы чё. Сань, закидывай просто. Вадим, я вижу, молодец. Ну и следим приплод из тех. Если 100 крест вон там, где лежит какой-то гоблин справа, квадрат слева, параллельно.
стоит обычно у нас. Кушу шнурки. Следующую Дексиона. Из Морски побежал. Молодец. Дексиона с Кристоф встречаемся, если что. С тобой. Шнурки. Давай Сацуны. Он точно отдаст. В квадрате. Из Морски опять побежал. Красавчик. Выбегать в центр, приготовьтесь. Саня, приготовься, следующей цели закидывать зубы. Полинор побежал. Да что ж ты. Да все, он, давай крест, крест все равно. Ближе к кресту. Да не двигайтесь вы! Блин. Найдите место их. Полинор, да. Сбежались. Через лужи не бегите. Саш, если есть ПС, закинь. Мерседес побежал. Молодец. Так, я дальше укушу. В обои укушу. В обои. Хорошо, я Джанка укушу. Дексиона, коня, он... шнурки, Малика. Прям. 3 секунды укуса готов. Пошли укус. Женька укусил, потому что не нашел Жанку. Сорян. Затупил. Женек, смотри, я тебя укусил. Да, я думаю, что да. Если что, мне минус, да, что он проиграет. Короче, шнурки Ренессанса. Морский, из Морски. Определенно Апокалипсис. Майлик на Йоми. Эмобой. Эмобой Бладрейвена, Марсес Джанка. Сливы все. Я не укушу. Дексиона коня. Все, и Сацуны, там, буревестника какого-нибудь или кого-то из хил. Или бета-тестера. Кого хочешь, Кусека? Бета-тестера укушу. Просто в миле стоит. Просто в миле все сбегите, чтобы вас проще было найти. Да, Геру, давайте. Давайте Геру. Давайте Геру. Я до сих пор не укушу. Тяните. Хорошо, вы не смотрите. Следующий укус Троянского отдайте, и потом хилов смотрите. Все красиво. Там Изморский, Полинор, Буревестник, Мавар, Троян, я и 4, и 2 танка не укушены. Разбери. Следующий укус Буревестник. Либо добиваете, либо берса. Добиваем. Любом. Саня, поездку закинь, если есть. О, мы без берсы убиваем, кайф. Ой, говно. Петь, пойдем. Ну как? Я кое-что скажу вниз, вниз. Перетянуть можешь? Нет. Так, показываю Уду, где цвет текста ника, можно сделать как класс, цвет класса. Панели. Здесь на эту хуйню нажал, на кнопку панели. Потом текст. И здесь галочка.
цвет класса. Выберите, чтобы показывать имя игрока в цвете его класса. Все. Все, спасибо, хорошо. Ой, это можно еще тебя спросить по поводу, как количество стаков на дебафе показать? Так. Вообще эту хуйню просто на PvP кто хочет. И не на PvP, нет, просто пороть. Может понадобиться кому. Но они работают просто. Дебаф. Так, значит, ну дебаф. Ну и тут, по-моему, какая-то из этих игнорировать. Так. Вредные дебафы. Такого нет. Я не помню. Я апокалипсис. Есть, есть. Дебаф свое, и там свое. Хранить, удалить рядом с иконкой. Английское слово у меня написано. Вот, отметьте для отображения количества стаков на иконке дебафа. Да, 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 вот это Аплиансес, вот эта хуйня. То есть... Вот кинешь обмен. Иконка, ага. Да, где иконка, да, галочку поставить. Там на справа от иконки еще одна галочка. Аплиансес? Да, да, да. Вот это. Хвана, прохильте, прожмите, пас. Зубы ему закиньте, если что, и по охотникам играйте. Метку поставил. Я понять не могу, почему, если я криво разлил лужу и никого не вайпнул, получаю минус 300. Говорить, блядь, нельзя, а чат хуй читает. Знаешь, что? Какие минус 300 ты говоришь? Где тебя минус 300? 250 ты получил? Плюс. Так же это, наверное, он кого-то прочитал. Когда залагали все тот трай. Я, говорит, даже так. Сам живой был. Кстати, если типа криво разлил, то тот маг, который там Марсес или кто в глыбу, ну типа возле босса лужу, это тоже кривая лужа. За это минус 2. Я не давал Ваня. Магу нет. Кто это был? Марсес, по-моему. А Джанг что там сделал такого? Он сдох? Ну, лучше херово супер раздел. Теперь поиграть. Так, сейчас токены их разгроним. Он говорит, никто не сдох от лужи. Что ему тут там может снять? Так. Знак освещения 700. Сацуна 1000. Наеми 2. Ты мобойте, зачем ты 50 там? Да он никак не поймет, что он собирает. Не, ну. Молчей. Голову нонсет. Короче, сосуны на 4. Все, досчитал до 3 просто. Блядь, где? 4, раз, 4, 2, 4, 3. Все, кидает. Считал. Ну, как бы, если твое право. Я, конечно, все понимаю, но, блядь, брать голову нонсетом, в которой даже допсокета нет, это просто ебучий аутизм. Нет, окей. Нет, Саня, не окей. Похуй. Его дело. Главное, как дамажил. Дамажил, я не знаю. Ты берешь тировую голову, любую, 50-ю, наверное. Ты берешь либо руки, либо тело. Да хоть ноги возьми, то полезно. 700, точнее. Следующий знак кинул. Второй я 4, такой. Я 4 поставил уже. Так ты ж на второй поставил? 4 тоже? Да, да. Сацуна 4. Раз. Сацуна 4, 2. Суны 4-3, кидай Менцер. Все, больше мне вообще не надо в целках ходить. Так, ты не это, блядь. Сейчас. Отмена обмена. Еще хэпала, протопала одевает. Не. Хэпал в дешмота хилит. Не, я не играл в Знавоке и не знаю, какие бис шмотки. Поэтому, если вы что-то знаете, я только за. Окей. Бис штаны стопов уже, по-моему. Нонсет.
Там либо перчатка, либо ноги, либо грудь. Без разницы. Не, так я говорю, ребята, если вы... Можно, можно. Если вы уверены, вы дамажите, дамажите. Окей. Не вопрос. Сейчас, секунду. Ну, за грудак, который за УД+, потому что я вот его взял, ну, это как бы лишний сокет, то есть, ну, дырка за камня. У тебя в голове Т4 есть метка, которую ты все равно набираешь, даже с других шмотов. Поменять другую шмотку, на которой будет хаста вместо меткости. Вот и все. Дальше. Сейчас посмотрю рейды, блять, и где голова с хастой есть. Уверен, такая будет. Ну, типа, кто как капы собирает, это уже, ну... Ладно, короче, я же говорю, они дамажат, нормально дамажат, пусть ролят. Ну, просто этот, говорите, окей, можно, можно. Никто не обязан по бислисту собирать и ждать чего-то у моря погоды. Такая шмотка доступнее, такую ты берешь, апаешься из ПД. Типа тут... Если вы считаете, что вы говорил. Так... Я считаю, что мне танковские шмотки тяпают СПД на холи-пале. Пожалуй, не, ну, паролю. Хуету-то считать не надо, не. Типа, ну, если адекватно. Блядь, я считаю, если... что это хуета тоже. Смотри, они дамажат. Не дамажили вы. Я бы не дамажил. Дамажат люди, вон, блядь, в жомах, которые дают на локах по 25. О, мне покер, я не в жомах. Пусть ролят, окей. Дело не в этом. Дело в том, что просто... Я с тобой согласен. Блядь, Саня, дай сказать. Вы берете вот эти вот сеты непонятные, неизвестно откуда, и ролите у других людей токен. Вопрос зачем? Я здесь с тобой согласен по поводу головы. Голова вообще до Т5, это же нихер брать вот с этим. Но если они так хотят, пусть играют. Дополнительный сок в любом случае. Все равно же лук, чё вы дрочитесь, блядь? Люди ставят ЕП, блядь. Он Сацуну поставил и спокойно сидит, блядь, чилит. Какая вам разница? Если бы МБ поставил пятерик, ему бы отдали, все спокойно. Не, так да, я бы отдал бы, я же сказал, пусть ставят. Все нормально. Следующее, ну, под... ну, заходи. Ну, а да, он говорит, что ему запретили, но он просто не перебил ставку. Я ему не запрещал. Я просто спросил, зачем ему Т10. Я же так и спросил, ты типа Т10 собираешь? Он сказал, одна штука надо. Пускай вон Сацуна его вернет, ну, пускай он 4500 поставит. Так в смысле вернет? Нет, я считал очень медленно, и после этого. Не, типа, она же сейчас не открытая у Сацуна. Типа, если ему надо, пускай возьмет. Да хватит уже это мусолить, реально. Закройте эту уже тему, блин. Ну, пускай между собой решают, и все. Юра, доставай черепаху из замены, надо кому-то, босс? Да, мне нужен. Как ты сказал, черепаху из замены? Донателло идет в бой, бля. Че, я или Майлик хилит? Как? Оба, оба. А, стой, нет. Давай, давай в Майлик. Ты зашел с колбой, так ты иди дома. Да мне все равно. Я один бочер хиля. Протестишь колбу на подавителе. Вдвоем, 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 не надо. Вадим тоже прыгает в хилах, кстати. Будьте... А там все равно... Я знаю, просто будет стоять хилить. Просто будет стоять хилить под ПС-кой. Не летая. Короче, давай, Вадим, Женя, тебе босс нужен. Марухич, Буревестник, нужен босс? Быстрее, да нет? Мне не нужен.